Всем привет, ребятушки! Новая рубрика «Тестируем старое оружие за 5 минут». Сегодня протестируем, ребятушки, мы АК-12 и сразу запускаемся на РМ. Ребят, никто не подписан на канал, подписывайтесь, ставьте лайки, пацаны, поехали! Ну и, конечно, напоминаю, что новички могут зарегистрироваться по первой ссылке в описании и забрать себе на аккаунт топовую снарягу, а также топовый донат на все классы абсолютно. И при этом получить двойной бонус платежа, то есть донатите 500 рублей, получайте вместо 1000 кредитов целых 2000. Короче, в общем-то, достаточно выгодно. Ссылки в описании, ребята, приятного просмотра. Если будет много лайков, я пойму, что рубрика понравилась, и буду дропать такие видосы практически каждый день, поэтому, пацаны, лайкосы заряжайте, чтобы я понимал, что все супер, что нравится. Ну и в комментариях можете написать, что там говно или не говно. Потеряно. Лежит. А вот и явный минус АК-12. Сколько я попал в эти ноги. Воу! 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 Блин, жалко, я попал, пацаны, было бы красиво. Ой, минус 5, ну это отец, ребят. Это называется отец, понимаете, о чем я? Господи, как плохо, а. Пушим, просто все равно, мне все равно, я до конца играю. Господи, какая отдача-то сложная, господь бог. Крушак. Он выкатился, видели? Ушел от крушителя. На, не он, что? Минус 3. Злопары вреснутого, в прицеле 2 выстрела, минус 30. Странновато, ну да ладно. Ой, медик, медик, уйди. Ой, хорошо, ребят. Короче, смотрите, пикаем снайпер, он в шоке просто. Упор. А, это наш враг. Еще раз пикаем авика. Ой, хорошо. Ой-ой-ой, видали? Нормально, разлом доки лежит, пацаны. Мне кажется, летучий чел. Че это было, он как... Ладно, нормально, 5-3, хорошо. Убил! На! 16-6, пацаны, АК-12-200, неплохо, супер, я бы сказал, ну, как бы реально. Нет, у него что-то голову, или я в тело как-то попал, 90, по-моему, под тобой, или нет? Нет, попасть! Ура, попал в голову, в прыжке, неплохо. Ну что-то голову, либо я не понимаю, либо настолько быстро спиливают, либо спектр, либо что. У них 3 меда, я почему-то думаю, что это 100% будет двойка, вряд ли они на один пойдут вообще, прям вряд ли, вряд ли, вряд ли. Жить, 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 моя жизнь, она бесконечна. И это, 3-й килл за раунд и 6-0, прекрасно. Лицо отлетает. Ну слушайте, на самом деле, блин, мне почему-то нравится, я не знаю, как это работает. Еще. Не, вот, вот тут странно было. Одна пуля, пацаны, одна пуля просто. Ладно. Одна пуля! Япона мама! Нет. Не, ну не знаю, почему-то вот иногда прям жестко летит, а иногда прям будто мимо. Непонятно. Может, не, скорее всего, это дело в том, что я кривой просто, и я мусор, мне кажется, в этом дело. Пойдет, хорошо. Слушайте, ну вот 3 типа. Классная карточка, классная. Это какие третьи мосты за сегодня? По-моему, это просто прекрасно, реально. Моя любимая карта еще 3 или сколько-то раз подряд, по-моему, супер. Да блин, чуть не перевелся. Барки, да барки, пацаны. Блин, не, по-моему, если честно, по-моему, в голову не шотит, реально. Калаш уже сколько, 2 раза уже, по-моему, не шотнул или 3. Нет! Ну это да, это уже гранаты нереальные. Короче, у них 2 штурма, 1 авик и... Ну короче, в общем-то, надо пушить тройку, мне кажется. Главное, чтобы нас просто... Главное, чтобы меня авик просто не убил, и все будет хорошо. Я просто мог сделать мозголом, но я мусор, пацаны. Можете отписаться смело, типа, это позор просто. Господи, что это такое? Позорище. Да, ладно, села нормально. Да блин, ну почему он пикнул? Твою мать. Ну я, конечно, ну я на суете сыграл. Ну блин.
Блин, почти два мозголома за игру. Упор право. Мина аккуратно, неаккуратно. Заходишь на мангал, даешь крушак, типа сливается в ноль. Ладно, ребятушки, блин, честно, мне понравился как 12. Единственный минус, то, что реально почему-то немножко шарит в голову, бывает прям на самых близких дистанциях. Это странновато. Но вот так кайф быстро спилит, тем более, даже сейчас он актуален, потому что все бегают в спектре и спилит он реально быстренько. Если вам такой формат ролика понравился, пацаны, с вас лайкосы. Вот реально, нажмите лайк. Это несложно, как бы это покажет мне, что это реально прикольно.